Несмотря на невысокую цену в 6500 рублей за 256-гигабайтную модель и позиционирование в линейке, новинку рынка сложно назвать бюджетной. Все же скорости, превышающие 300-400 мегабайт в секунду, еще совсем недавно казались сверхбыстрыми и достижимыми только в RAID-системах несколькими винчестерами. На наш взгляд, продукт не бюджетный, а скорее сбалансированный по соотношению цена-качество. К тому же, по предыдущему обзору мы поняли, что топовые твердотельные модели, вероятнее всего, потребуют от вас современного контроллера Intel, то есть перехода на новую материнскую плату, либо покупки отдельной платы. Тем, кто не хочет заморачиваться с апгрейдом, лучше смотреть именно на Agility 4, а не на Vertex 4, так как на старых системных платах разницы не будет никакой. Продукт незатейливо подается в прозрачную блистер-упаковку. Никаких держателей, переходников под 3-дюймовый отсек или других предметов дополнительной комплектации. Все направлено на максимальную конкуренцию. Давайте посмотрим на результаты тестов. Crystal Mark дарует нам 200-340 МБ в секунду при чтении и 320-400 МБ в секунду при записи. Сразу видно, что из-за особенностей внутренней архитектуры запись проходит быстрее, чем чтение. SSD Benchmark выдал нам 871 очко. У Vertex 4 было 1019 очков. Вот вам и вся разница. Хотите реальных тестов, а не синтетики? А давайте установим игру Mafia 2 в версии от механиков, которая отличается от долготой установки. Меньше 10 минут было у Vertex 4 и 10 минут 35 секунд в случае с Agility 4. 35 секунд – вот и вся разница. Учитывая 10-минутное ожидание, это немного. А Windows 7 как загружалась за 16 секунд, так и загружается. В общем, разница в скорости почти неуловима, а вот в цене вполне ощутима. Переплата в пару тысяч, наверное, не стоит того. Ну и что у нас еще по синтетике? HD Tune демонстрирует немного другие скорости. 162,8 МБ в секунду по чтению, что хуже. И запись 350 МБ в секунду, что лучше. Среднее время доступа отличное – 0,179 миллисекунды. Для сравнения, у винчестеров этот показатель в среднем равен 12 миллисекундам или в 67 раз хуже.